что я знаю все кричалки. Я кричу их, правда, в маску, но тем не менее. Очень нравится, у меня только... Короче, я уже поняла, что я сегодня приду домой и буду гуглить правила баскетбола, потому что не понимаю я много чего вообще. Я даже сейчас уже сидела, гуглила, что, почему трехочковый – это трехочковый. Мне интересно, короче, очень хочется понимать, потому что явно там много всяких тактических штук. Вот, и хочется гораздо интереснее смотреть игру, когда ты знаешь правила. Но в целом очень динамично и классно, очень классно поддерживают трибуны. И хорошая атмосфера очень. Класс, мне очень нравится. Я думаю, интересно было. Было тяжело. Первые три четверти был равный счет. Мы проигрывали несколько очков. Довольны, что победили. У нас несколько человек отсутствует. И мы сыграли вторую игру за несколько дней. Как я уже сказал, вторую игру тяжелее играть, чем первую. Но мы собрались под конец, играли отлично в защите, подобрали мяч и выиграли. Много агрессивных защитников там. В принципе, то, что они показали. Они всегда играют на грани фола. И они довольно-таки хорошо начали в Евролиге с одним поражением, двумя победами. Так что мы знали, против кого играем, и были готовы. Have to, and I do like to congratulate my players from my heart. We did have a bad defensive approach on the first half. With all the respect to our opponent, we were expecting too much. A lot of other things. We were not playing physicality. We were not jeopardizing and sacrificing our bodies. We did not contain their creation, and we allowed a team that so far is not well known about their scoring to score 42 points. Third and fourth quarter, it was completely different. Then we start reading also the situations that they were given, starting to attack the right people with the right decisions and a better spacing. Of course, in basketball, when you're making shots, it's everything different. You know, so we made some crucial shots and spot shots, which they were created as well, and managed to win a very competitive opponent. An opponent that plays to the level of fouls all the time and hustle and fight. Congratulations for that. I mean, it's an important win for us. Very important win.